Добрый день! Сегодня я вам прочитаю несколько важных и точных высказываний о жизни. Послушайте, очень здорово. Мечты должны быть либо безумными, либо нереальными. Иначе это просто планы на завтра. Спокойствие сильнее эмоций. Молчание громче крика. Равнодушие страшнее войны. Наверное, я так и не повзрослею. До сих пор верю в чудеса, любовь и хороших людей. Не за красоту я в тебя влюбился, и не за старость разлюблю. Научитесь отпускать. Родное всегда найдет дорогу обратно. Необъяснимая штука душа. Никто не знает, где находится, но все знают, как болит. Живи так, чтобы люди, столкнувшись с тобой, улыбнулись, а общаясь с тобой, стали чуточку счастливей. Иногда какими-то странными путями все в жизни налаживается само собой. Счастье – это когда твои родители здоровы. Унижая других, выше не станешь. Самое большое наше заблуждение в том, что у нас еще много времени. Никогда не жалей о том, что сделал, если в этот момент был счастлив. Да простит нас Всевышний, когда мы недовольны тем, что имеем. Не пытайтесь выяснять отношения с людьми, которые вас разочаровали. Молча оставь их вместе со всех их барахлом наедине. У каждого свои проблемы. У кого-то хлеб черствый, а у кого-то бриллианты мелкие. Цените, что имеете. Иногда Всевышний убирает человека из твоей жизни для твоей защиты. Не беги за ним. Не печалься ни о чем заранее и не радуйся тому, чего еще нет. Если душой не зацепило, телом долго не удержишь. У Бога все вовремя, так что учитесь ждать. Вот оно, настоящее счастье, а не ваши айфоны. Когда чего-то добиваются твои дети, это куда важнее собственных достижений. Берегите родителей, потому что пока они живы, мы дети. Совесть она такая. Она мучает не тех, кого должна мучить, а тех, у кого она есть. Один из самых сильных страхов для человека – это понять, что он ошибался в течение долгого времени. Многие считают важным в жизни найти человека, но только единицы знают, что важнее найти себя. Ну вот и все на сегодня. До свидания. Мир вашему дому и до новой встречи.